Ну что, олимпийские чемпионы, поздравляем. Поздравляем, наконец-то это случилось. Поздравляю, Москва. Мы тут... С 92-го года впервые. Тут люди волосы красили перед матчем в белый седой цвет. Я думаю, те, кто не красил, тоже посидели, да? Да, их теперь этих людей не отличить. Ау, что так не радуются-то? Ну что, Антон, расскажите. Что как... вы нам хотели сказать, Николай? Просто поздравить? Конечно, просто поздравить и узнать, как у вас в Доме спорта проходило вот это празднование, когда мы в большинстве забросили. Что там творилось вообще? А, слушайте, вот у меня, видите, в руке вот коробочка. Так. Все видят коробочку, да, в руке? Кто у нас в зале здесь был? Вот здесь в этой коробочке 8 золотых олимпийских медалей, которые выиграли наши хоккеисты. Когда наши стали проигрывать, я ее в руки взял. Вот видели результат? Поняли, кто виноват в победе, да? Все! С победой всех! Ну что, с победой, ребята! Спасибо большое за эту Олимпиаду, за эту работу. Это было здорово. Ну и сегодня ждем закрытия игр. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.